Здоровенькие были подписчики группы Мопеда Раритеты, с часами Илья Механик. И сегодня второе, как я поднял из архива, видео по Стелла Челленджу, который планировался еще на 28 июня прошлого года. А сейчас у нас за окном 27 января, уже 2016 год. И, в общем-то, краткий видеообзор того, к чему мы пришли. На данный момент двигатель почти собран. Я решил вместо обычных гравиров поставить экспериментальные корончатые шайбы, это называется, вот такого плана. Много, видите, зацепов, вы увидите по фотографии группам. Эта шайба впервые, ну, для меня повстречала в жизни на автомобиле Таврия. И на рынке метизников ее очень даже иногда тяжеловато найти. Ну вот, это данная вот на 10, таврическая шайба, передняя ступица, там их 6 штучек стоит в магазине, ничего делать, по-моему, до гривны штучка. Дальше по методу дедушки Вагнера я доработал лапку переключения, обточил ее, чтобы она могла фиксироваться вот таким вот обычным стопором. На крепление карбюратора я решил применить нержавеющие гаечки. Шпилька вот эта недокручиваемая будет заменена на новую, более нормальную. Также мне повезло на рынке раздобыть высокие гайки, но они чересчур высокие. Это гайки М6 на 18. Их придется, скорее всего, видите, как они высоко торчат, подрезать наполовину, чтобы они более имели опрятный вид. Но это уже сегодня сделано. И вот еще одна из интересных вещей. Посмотрите на момент установки зажигания. По мануалу, если мне память не изменяет, то вот этот край генератора, вот эта вот выемка, должна будет сходиться с вот этой рисочкой. Как все помните, по-моему, по мануалу так. Либо нижний, либо верхний, уже не помню точно, надо будет открыть для помощи на себя. Но по факту я сделал 2,5 мм до ВМТ, это даже 2,8, вот, точно, 2,8. И метка ротора стала вот так. То есть у нас 2,5 мм до ВМТ, так как мы крутимся по часовой стрелке, вот вырез должен входить с магнитом. И вот 2,8 мм до ВМТ вот стало вот в таком положении ротора. Так что не все правда то, что пишут мануалы. Есть движение по факту. Еще очень интересная вещь. Вот видите вот эту щель? Тут видите как бы зародок ручного переключения, но его по факту нет у нас. Это ж V501. И вот эта вот щель от грязи придется заткнуть какой-то затычкой резиновой. Но это я уже потом обыграю. Иначе вся грязь через вот эту щель будет лететь прямиком на генератор. Что не есть гуд. Вот второй генератор от второго мотора, он у меня весь в говне. Как раз по этой причине был. Ну, на этом на сегодня все. Сборку дальше продолжаем. Вот эти шайбы я специально поставил, чтобы посмотреть, как они себя поведут. Для этого будет целый челлендж, чтобы понимать, что, куда и как. Ждите следующих видео, подписывайтесь. Всем пока, спасибо за внимание.